Друзья, специально для вас заехали на строительную площадку элитного комплекса «Бестужевский бульвар». Прямо за мной располагается стройка. Для тех, кто не знает, это перекресток улиц Сеченова и Бестужева, Залицовский район. То самое Залицовское направление, которое больше всего популярно у жителей, кто любит жить за городом. Здесь расположены самые дорогие коттеджные поселки. И вот на перекрестке этих улиц строится дом премиум-класса «Бестужевский бульвар». Отличная локация для жизни, для тех людей, кто выбирает жизнь в городской черте, но для кого важна экология. Вокруг лес, вокруг прекраснейшие, прекраснейшие виды. Вы будете наслаждаться этими видами круглый год. И что очень важно, буквально, наверное, 4 километра до метро вы живете в городской черте, но живете за городом. Это уникальное состояние. Пойдемте посмотрим со всех сторон стройку, а я вам как раз расскажу немного о этом проекте. В доме три очереди. Сейчас идет строительство первой очереди. Дом строится в стиле неоклассицизма. В строительстве используются дорогие отделочные материалы. Срок строительства в первой очереди – это первый квартал 2025 года. Первая очередь будет состоять из двух домов, которые, как вы видите, будут стоять на стилобатной плите, под которой расположена парковка. В этих двух домах будет 140 квартир и 191 парковка. Во всем проекте 290 квартир и 440 парковочных мест. Также будет гостевой паркинг. К комплексу можно проехать как с улицы Бестужева, так и со стороны дачного шоссе. Тот самый перекресток с заездом в коттеджный поселок «Удача». Вся территория вокруг дома будет благоустроена. Также будет благоустроена прилегающая территория. Минимальная площадь квартиры в проекте 63 квадратных метра, что только подчеркивает высокий статус дома. А те несколько квартир площадью 38 квадратных метров не продаются сейчас в открытый рынок. Они зарезервированы для будущих покупателей соседних квартир, если им потребуется расширение. Комплекс имеет невысокую этажность, что также подчеркивает его статусность. Клубность 8-9 этажей. Единое социальное окружение. Стоимость парковок в комплексе 1 400 000. Стоимость квартиры от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость пентхаусов начинается от 220 тысяч рублей за квадратный метр. Также в доме есть еще одна уникальность – квартира с террасами. И площадь некоторых террас доходит до 97 квадратных метров. Это уникальная концепция. Кстати говоря, стоимость квадратного метра на террасах в два раза меньше стоимости самих квартир. Высота потолка, типовая высота потолка в квартирах 3,3 метра, в пентхаусах 6 метров. И в пентхаусах есть возможность организации каминов. Коммерческие помещения в Бестужевском бульваре будут располагаться только в этих домах и выходить фасадом на перекресток как раз Бестужева и Сеченова. 14 помещений площадью от 98 квадратных метров до 190 квадратных метров. Все они имеют отдельный вход, большое витражное остекление. Да, вот мы видим большие окна. Высота потолка в помещениях от 3,5 метров до 4,2 метра. Каждое помещение имеет свой собственный санузел. То есть это полноценное помещение для вашего бизнеса. Цена продажи коммерческих помещений от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщик намерен соблюсти концепцию приватности и статусности дома, поэтому будет очень тщательно подходить к выбору покупателей. Мы здесь хотим видеть бизнесы, которые имеют отношение к сегменту премиум и выше. Это могут быть салоны красоты, медицинские клиники. Это может быть банк по работе с VIP-клиентами, представительство компаний.
Возможно, крафтовая кофейня или какой-то бутик. В проекте будет вся необходимая инфраструктура, все необходимые сервисы, которые должны быть в доме подобного уровня, даже сигарная комната. Территория будет благоустроена, будет площадка для ребятишек, будут фонтаны. Проект, на самом деле, очень большой, но мы пока не будем говорить о дальнейшем. Перспективы развития проекта, организации всей инфраструктуры, дорожек для бега, для лыж, все заложено в проекте. Мы подключились к проекту «Бестужевский бульвар», напомню, в статусе официального брокера по продажам и коммерческой недвижимости, и квартир. Поэтому обращайтесь. Проект очень интересный. Один из самых привлекательных проектов в сегменте элитной недвижимости в Новосибирске. Все наши контакты внизу. Пишите, звоните. Встретимся, поможем подобрать идеальную для вас квартиру или коммерческое помещение.